уже на моем канале сейчас доступен разъеб Crazy Mega Хуя. Причем многие паблики сомневались, будет ли это разъеб или нет. Но мне кажется, это вопрос риторический. Милена, как ты могла забыть все хорошее, что между нами было? Как ты просила, чтобы я тебя в душе кончил на лицо? Как ты просила, чтобы я тебя засадил по полные помидоры? Ты была так счастлива, ты просто плакала от радости. А теперь посмотри, что с тобой стало. Оставь в покое Руслана, я тебя прошу. Приезжай ко мне, пожалуйста. Я уже готов. Приезжай ко мне, я сделаю тебя счастливой, и у тебя будет все хорошо. Я тебя жду. Господи, дай мне силы, я уже в третий раз снимаю это видео. Ёбаный дверной глазок просто нахуй вырубается на ровном месте, я не знаю, что происходит, видимо, Милена Чижова настолько своим диссом разгневала, блять, богов. Это новогодний видос, я не хотел его снимать, хотел отдыхать, там есть чипсики, играть в приставку, но Милена Чижова решила нас всех порадовать, выкатила нам такой прекрасный новогодний подарок в виде дисса на меня, поэтому давайте накроем с вами на стол. У нас есть вот такой американский доктор Пеппер, ну и чипсоны Доритос, к сожалению, без Маунтин Дью. Счастья, здоровья, с Новым годом! Ну что ж, ребят, давайте начнем. Я не понимаю, кто вымышленный, я вроде настоящий. Милена, ты тоже частично настоящий, не считая твоих вот этих уёбских перекачанных губ, которыми можно пол в квартире мыть. Единственное, действительно вымышленное в этом видео, это то, что Милена Чижова читает рэп и умеет вообще что-то, блядь, в этой жизни делать. Алло, привет. Слушай, котенок, здесь такое дело. Ну, видимо, звонит барыге, вымучивает очередных солей для своего парня. Да, короче, есть один говнюк, который меня обижает уже на протяжении многих лет, снимает про меня всякую хуйню. Да, короче, нужно его разъебать. Алло, да, это клиника логопедов. Есть одна девчонка, она вот не умеет разговаривать, ее дикция будто хуй во рту застрял. Можете ей помочь? Ну нужно прям конкретно разъебать, пацаны, ну вы понимаете. Похоже на стоковые кадры фильма «Брат 3» Стаса Борецкого. Какие-то 15-летние школьники в балаклавах за 50 рублей из военторга угнали папин Lexus. Вот это реально УПГ-сити, так страшно, я уже боюсь. Ну и, конечно, король этого бала, мальчик олигофрен, лет 16, с прической в виде вот этого вот ёршика для унитаза, которым стирают черкаши, такая же розовая, прекрасная. Походочка в стиле «меня 5 лет в детдоме драли в жопу», ну и прекрасная курточка из секонд-хенда и грозным лицом, куда ж без этого, это ж клип, блядь, про братву. Наверняка у меня что-то не то с восприятием жизни, но в представлении Милены Чижовой я выгляжу как 12-летний, не сформировавшийся мальчик, у которого на футболке, блять, наверное, спермой вычерчено ЦМХ. Прекрасно. Милена постоянно говорит, что мы не запариваемся, ничего не делаем помимо хейт-контента, но, тем не менее, в тот же клип GTA вбухано почти 300 тысяч, и над каждой песней мы стараемся часами и днями на студии, ну, а Милена снимает клипы в сауне, в которой, видимо, после всего отрабатывает эту режиссуру. Но здесь вы немного не попали, если бы я спустился и видел, что ко мне пришла Милена Чижова, я просто не открыл дверь по одной причине. Я не пользуюсь эскорт-агентствами, и мне такие женщины в доме не нужны. Блять, как же это кринжово, пиздец, просто толпа каких-то реально пиздюков вламывается к другому пиздюку, делает вид, что его пиздит, ломает, одевает пакет, блять, как же это смешно, я не знаю, возможно, они, когда это снимали, думали, что это пиздец, грозно, разъеб, все, пизда Тушенцову. В общем, Милена, ты молодец, держишь планку, как всегда, говно. Я вам напоминаю, что у наших хороших друзей компании OneX по промокоду, который вы видите на экране, дается до 6500 бонусов, а также там самая длинная линия, лучший штаб сотрудников и все самое-самое прекрасное. Ссылочка в комментах. Судя по всему, это логотип режиссера данного видеопроизведения. Он называется «Край», и это точное попадание в цель, потому что мы все будем плакать при просмотре этого видео. Прям вот в точку. Дрочишь на мой образ, что не будем скрывать правду.
Милен, пожалуйста, уйми свой ЧСВ, никто на тебя не дрочит, если ты приседаниями на бутылку накачала себе жирную жопень и влила кучу гиалурона в губы, это не значит, что я на тебя дрочу. Милена, угомонись, ты меня не привлекаешь, ты просто перекачанная жаба, Милена. СМХ факает сраку, я шутки его хакну. Какая связь, какие шутки, какой факает сраку? Я чё, сам себе в жопу ебу? Милена, объясни мне, пожалуйста, декодируй этот текст. Потому что разобрать этот crazy mega flow в стиле за одной щекой у меня хуй, за другой черешня, я просто, блядь, не могу. Ребят, помогите мне в комментариях, я вас умоляю. Вот это реально тема, вот это охуенно. Я ничего не понял. Милена анонсировала, выложила хуёвый тизер, люди ей пишут: Милена, нихуя не понятно. Она им отвечает: ребята, это затравочка, выйдет, все поймете. Тобой я смогу обрести счастье. Ребята, короче, вы этого ждали, и наконец-то это свершилось. Уже на моем канале сейчас доступен разъеб Crazy Mega Хуя. Поэтому заходим на мой канал, либо просто свайпаем эту историю вверх и наслаждаемся, ёпт. Ну чё, многие паблики сомневались, будет ли это разъёб или нет, но давайте-ка решим этот вопрос прямо здесь и сейчас. Голосуем всё-таки, разъебали или нет? Ну, мне кажется, это вопрос риторический. Я же хочу сообщить, что в этом году моя музыкальная деятельность заканчивается этим самым охуеннейшим, я считаю, разъёбом. Но следующий год совсем в скором времени будет начинаться с еще более охуеннейших вещей. Вот, у меня будет много новой музыки. У меня сразу же будет фит с моим любимейшим парнем. Видимо, Милена перед съемками данного клипа вкачала себе очередной конской спермы в губы. Ей очень тяжело жестикулировать. Она очень скупа на мимику и все говорит вот так. Милена, пожалуйста, хватит, ты, наверное, мандаринки к Новому году переела, но мы тебя вообще не понимаем. Милена, для начала, перед тем, как что-то предъявлять, 10, дать свои вот эти вот обидочки, пошел ты туда, делай то, иди туда, твои там шоу это то. Научись грамотно формулировать свои мысли и разговаривать. Милена ни разу не соврала в своем инстаграме, она меня разъебала, после этого я не знаю, как я буду жить, наверное, Новый год я пойду и просто выйду в окно, потому что после такого моя жизнь никогда не станет прежней. Милена Чужого записала на меня диск. О нет, ребята, моей жизни конец, все. Милена Чужого записала на меня диск. Пошел, нахуй ты пошел, нахуй твое шоу, иди ты нахуй. Милена, ты же знаешь другие слова, или у тебя слово хуй это потенциальный аспект в голове, и ты только хуй. Я понимаю, что твой, блядь, как мужчина, прости господи, назвать это существо таким словом, выглядит просто как обрубок человека, но у тебя, видимо, недоеб, у тебя постоянно слово хуй мелькает в каждом предложении. Милена, есть такая вот нимфоманочка из песни «Монеточки», да поебись, пожалуйста, хватит свой вот эти недоебы писать, типа: Руслан, я знаю, ты меня хочешь выебать. Не хочу. А, Руслан, иди нахуй. Не пойду. А, Руслан, дай мне деньги. Хуй тебе. Ебать, вот это обрыв. Я понимаю, нахуй вот эти наши сайферы, где я за май, Слава КПСС, Даня читали рэпчик. Да ну вас нахуй, я ничего не знаю. Я убил дядю Джи Ай за пакет на свае. Juicy World в гробу, блядь, перевернулся. Чувак, у тебя голос писклявее, чем у Милены Чужой, ты понимаешь? Она тоже будет странная. Хули я квадратный, делом занят, она влажная. Рожа у тебя странная, хули ты квадратный? Да, чувак, у меня рожа немного жирная, хачевская, но твой квадратное ебало говорит о том, что ты вчера только вылез из Майнкрафта, когда копал под себя блоки песка. Уезжай обратно до Казани, тебе страшно.
сейчас будет самая тупая хуйня, которую вы слышали в своей жизни. Чувак читает и нахуй вали в Казань, тебе страшно. Кулич кидает комментарии, где Милене Чижовой пишут: Милена, ну Руслан же из Ачинска. Милена Чижова отвечает: на Википедии написано другое. Первое, статьи на Википедии про меня нет. Второе, из Казани Даня Кашин. То есть этот чувак, который писал текст, перепутал меня с Даней и говорит, блять, вали в Казань. И после такой тупой хуйни вы говорите о каком-то разъебе, блять, вы шлете меня нахуй, говорите, что я простой хейтер. На элементарнейшем моменте смогли взять и обосраться, просто на пустом месте. Сука, пошел ты пизду, нахуй ты пошел, пыда. Просто белый шум. Непонятно абсолютно ничего. Какое-то самолюбование, 70% трека это какой-то чувак, считающий просто, какой он крутой, какой он вообще не ебаться гангстер. А парень-то на самом деле молодец, он типа лютый Альфонс, нашел себе брошенку из блогеров, на ее канале продвигает свои треки, типа я гангстер, Джей-Зи, смотрите на меня, таратует что-то абсолютно непонятно. Он хуй вообще клал на этот дис, он, блядь, нагуглил какой-то инфы вообще, что я живу в Казани. Па-па-па, увидели эти футажи, чувак реально стреляет из пистолета. Ребята, на Марвел в Голливуде как раз не хватает таких вот монтажеров. Обязательно езжайте туда, будете делать новую часть Мстителей, потому что такие визуальные эффекты, это, блядь, просто Сарик Андреасян с фильмом «Защитники» гуляет во дворе. Напоследок я решил прочитать текст данного трека, понять все-таки, о чем там идет речь. Дуло на виду, СМН факает в сраку, пидор на виду, я его шутки мигом хакну. Проебал ты катку, чистый продукт и травку. Чтобы вы понимали боль моих глаз, тут это написано сплошным текстом, блять, неправильной расстановкой знаков препинания, блять, слова типа чё, факаем, блять, чистый продукт, господи, это просто невозможно читать. Кто из нас тут торчебос? Ты в роли тупо фана. Ну и в чем претензия, Милен? Ну да, ты там амбассадор Мефедрона, а я в роли тупо фана. Ну то есть я твой фанат, да, я смотрю все твои видео. В чем проблема? В чем дис-то? Твой видос он санный. То есть не санный, а санный. Вот написано, санный. То есть это типа санки, ледянки. На нем можно с горки кататься. Он прям летает, мой видос, охуенно. Нахуй СМН, балабол, ну ты чего, ты зазнался, пидор, тебе не повезло. Милена, ты говоришь о том, что я хочу тебе выебать и дрочу на тебя во влажных снах. Кто из нас, блядь, зазнался? Ты пишешь, что меня разъебешь, блядь. Лена, пожалуйста, спустись к нам, смертным, на землю, покайся в грехах. Наполняю твою ванну, смотрю на твою морду, она тоже будто странная. Я квадратным делом занят, но влажно. Так, о чем читал король оранжевое лето с фиолетовой прической? А, наполняю твою ванну, смотрю на твою морду. Братан, ну если ты наполняю тепленькую ванну, хочешь посмотреть на лицо другого парня, то к тебе есть определенные вопросы. Она тоже будто странная, хули я квадратный, делом занята, она влажная. Блять, о чем речь? Ты нахуй ванны дома монтируешь? Кто влажный? Люди, мать, нахуй тебя любит, на портфеле это пи, дую дерьмо, это хип-хоп, нахуй тебя, лишь бы ты сдох, белый портфель, это пинг-понг, блять. Вы понимаете, когда Петросян пародирует рэп, это более складно звучит. Я парень крутой, когда поддам, у меня одна извилина и то не то. Пожалуйста, начни читать книги, общайся с людьми, смотри фильмы, развивайся, у тебя такое написание, будто ты застрял в развитии в 9 лет. Oh my god, ты crazy, обидел my baby, бро, я не звезда, но трачу много быстрее, Джейзи. Oh my god, crazy, обидел my baby, бро, я не звезда, но трачу много, будто Джей-Зи, ебаный рот, Джей-Зи из Уфы, 16-летний дрыщ. Сейчас с вами все разобрали, просто по факту, чувак разъебал меня в щепки, блять, я завершаю свою карьеру.